слышал, ты машину приобрел, вот запорожец, блядь, какой-то. Ну, подходишь, там качали. А почему без аккумулятора там? Блин, а у него уже в жопе мотор вот этот, да? Это ж мотор его, да? Нет, мотор с передка нет. А это что вообще за машина, блядь? Москвы? Запор, ёпта. Подожди, у запорожца в жопе мотор, вот он. Вот он, ёпта, ты что? Вот. Ты даже купил машину, не знаешь, какую машину купил. Вообще машина вещь. Как ему столько лет, ёпта, столько... Сколько, не знаю, твоему отцу уже на два года, ёпта, старше. Ну, а как это, в автоломбард будем сдавать его? Как думаешь, сколько? Ну, я не знаю, как народ посмешит. Ну, сколько, я не знаю. Не, ну, это... Литр самохода, может, кто-нибудь даст. Не, а если вот так вот реально в металлолом сдать, сколько, блядь, за него дадут? А я ебу, я тебе, блядь, я далек от этого. Ну, а за... Это к Рудику, ёпта. Рудик бы сообразил прям сразу. А, не, на днях, кстати, видел его. Он, у нас здесь, это, как она называется, на мусорке эту хренотень. Картонки, ёпта. Рубил, собирал? А, на шашлык, что ли? Не знаю, блядь. Да, ну, я с голоду его лучше подыхал, ёпта. Блин, ну, собирал. Машина хороша, хороша. Я на таком, помню, в детстве как-то катался. Бля, жалко, колеса подспущены. Отпущенные. Не, нихуя, что они есть вообще, ёпта, блин, отпущенные, блин. Витёк жгёт, блин, взял такой из мусорки пузырь, достал, блин. И попёр за самогон. Витёк, ну а теперь насущно. Когда у тебя был последний раз секс с человеком? А у меня не было с собаками. Такая, блядь, ну это глупость. А почему глупость это хоть? Я холодный натурал, я тут, ну, буквально, блядь, недели две назад. Там сделала Миннесоту Викингс. Ну, а почему бы и нет? Миннесоту Викингс сделал. Жут. Сразу стало. Да, это вкусно. Мне самому понравилось. Это вкусно? Нет, вкусно кому-то, не мне. Я понял. Я далек от этого. Потому что ты холодный натурал. Холоднейший причем. И злой еще. Вообще не нравится вот это все это время, которое ёпта, происходит сейчас. Так тебе жениться надо, Витя. Нет, упаси Господь. Чего? Блин, была бы баба, блин, была бы у тебя другая жизнь. Не, я очень люблю я очень люблю людей, но... Нет. Во-первых, я очень капризный. Во-вторых, я себе на уме.